Автомобиль твой? Да. Запрещенное что в автомобиле? Принесение службы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Центрального района инспекторы полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску остановили для проверки документов автомобиль отечественного производства, за управлением которого находился ранее несудимый местный житель 1988 года рождения. При общении с полицейскими мужчина сбивчиво отвечал на вопросы, нервничал. Было принято решение о досмотре автомобиля, в ходе которого инспекторами ДПС обнаружено и изъято 30 свертков с наркотическим синтетическим средством мефедрон общей массой более 30 граммов. Полицейскими установлено, что задержанный планировал сбыть наркотики посредством организации мест тайного хранения закладок на территории города Челябинска, находя покупателей посредством интернета. По данному факту в отделе полиции Центральной УВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен частью 3 статьи 30 пунктом Г, части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сотрудниками полиции устанавливаются все участники противоправного деяния.